А вот другое судебное заседание по делу предприятия «Каховка Протеинагро», одного из крупнейших производителей сои в Украине, сегодня могло вообще не состояться. Вместо половины шестого вечера слушание началось буквально полчаса назад. Напомню, разбирательство касается судьи Высшего кассационного хозсуда Лилии Катеринчук, которую активисты обвиняют в коррупции. Мы продолжаем следить за развитием события и в завтрашнем выпуске расскажем, чем завершилось сегодняшнее заседание.